Я рада приветствовать вас на своем канале. Сейчас я вам хочу рассказать, какие же новиночки ждут нас из одежды в четвертом каталоге. Так как я являюсь VIP-консультантом, то я могу за 2 недели до начала каталога заказывать новинки. Вот выбор женской одежды. Смотрите, это джинсовая юбка, черный цвет, синий, темно-синий. Большой выбор джинсов женских разных размеров, разных цветов. Вот такие вот трикотажные футболочки тоже разных цветов. С длинным рукавом, полосочку. Трикотажное платье, разные цвета. Из детской одежды тоже много новиночек. Это так вот, такие же вот футболочки, джинсы, брюки, юбочка. Вот такой вот кардиганчик. Я так думаю, что это вот платьице мне очень понравилось. Я хочу заказать, померить внучке свои. Такая вот курточка утепленная, цвет розовый. Так. И это все благодаря тому, что я выполняю каждый каталог 100 баллов. Поэтому у меня есть вот такая вот, вот такой вот подарок мне дарит компания Faberlic. Конечно, я сама заработала этот подарок от Faberlic. То, что я могу за 2 недели до начала каталога все эти новиночки заказывать. Так что смотрите, девочки, если вам что-то понравилось, приглянулось, внимательно просмотрите. Цены доступные. Так, вот еще большой выбор. Юбки женские, толстовка. Так, ассортимент обновлен. Я таких вещей еще не видела. Что это за коллекция, не могу сказать. Давайте посмотрим хотя бы вот на это платье женское. Сейчас мы на него нажмем и рассмотрим повнимательнее. Vivat Romantics. Это серия Vivat Romantic. Коллекция, да. Вот такое вот платье женское. Полуприлегающего силуэта из кружева. Так, это у нас тренч. Цвет темно-красный. Можно его посмотреть. Пока что так, потому что каталога еще на руках нет четвертого. Но вот таким вот способом я вам могу показать новиночки четвертого каталога. Так. Ну вот еще вот это платьице. Давайте посмотрим. Платье женское. Если вам что-то приглянулось, посмотрите внимательно еще раз. Так, это у нас полуприлегающий силуэт. Эластичный струящийся бархат с орнаментом лилия. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Ждите следующего.